Дорожная инспекция, администрация города и собственник территории обсуждают, как быть с парковкой перед торговым центром в районе автовокзала. Эта тема в прямом смысле слова наделала много шума. В администрацию города и в приемную проекта «Безопасные дороги» пожаловались тамбовчане. Причина недовольства – облюбовавшая площадку стритрейсеры. Вызывает серьезное беспокойство то, что вот на этой стоянке, где мы сейчас с вами находимся, в ночное время несанкционированные гонки организуют недобросовестные граждане. Громко играет музыка, что вызывает беспокойство жильцов, конечно. Здесь нужно делать защитное сооружение, которое разделит потоки транспортные, пешеходные, и не позволит производить здесь гонки, потому что площадь идеальна сейчас для того, чтобы стритрейсеры здесь устраивали, так сказать, гонки. Ответственным за покой и безопасность будет собственник территории, он же владелец автовокзала и близлежащего ТЦ. Он по доброй воле согласился оплатить работы, чтобы реорганизовать движение на парковке. Начать планируют в ближайшие 2 недели. А вот насущный вопрос о разгрузке участка с другой стороны вокзала, судя по всему, требует больше времени. Мы выходим и жонглируем, не знаем, куда нам попасть. Очень много транспорта, который и въезжает в вокзал сюда, и выезжают. И стоят такси. Какие машины, кто? У нас практически со всех сторон транспорт. Я обращалась уже это год назад. По безопасности, по всем, в городскую, везде хозяйство, комитет, но результатов мы не видим. Для начала следует запретить выезжающим автобусам левый поворот на Пролетарскую, считает областной депутат Юрий Кузьменко. Нынешняя схема якобы чревата серьезными помехами движению, что уже не раз приводило к ДТП. Решить проблему в одночасье не получится. Основная объездная дорога находится в плачевном состоянии. Тем не менее, шаги к безопасному движению предпринять обещают. Сегодня в планах запретить стоянку автомобилей на этом участке, высаживать пассажиров. Автобусам здесь тоже будет нельзя, но при этом для них откроют сквозной проезд на другую сторону. При этом для безопасности пешеходов здесь собираются организовать нерегулируемый переход. В планах у активистов проекта «Безопасные дороги» переговорить с временно исполняющим обязанности главы города, чтобы ускорить решение проблем перекрестка. В любом случае, к теме реорганизации движения в районе автовокзала еще вернуться. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Ольга Кириллова, область новостей.